пофиг. На самом деле, хуй кто твоего мужика уведет, если ты уверенная. Ну, не знаю. Я никогда себя не считала прям супер красоткой. Но я считаю, что вообще внешность — это всегда такое. Типа, второстепенное. Низ, мне пофиг на тебя. У тебя жена есть. Мне нужно снова сделать темные волосы. Я смотрю на себя, я так люблю себя. Это настоящая Аня. Мне это тоже идет, но я такая миленькая слишком. А как скажу Серго, давай ебать тебя буду уже, и все. Милота пропадает. Короче, хочу снова быть Аней. Той Аней. С темными длинными волосами. Соскучилась. Да что у меня вот фетишисты одни, алло? Томас! Stop looking at my lips. You will never kiss it. Really, I didn't like it. And red. Are you serious? You wanna... It's not life for fetishists. Go away. You're creepy. Дебилы, блядь. Я сегодня с Милой хотела быть. Не вышло. Что поделать? Дебилы пишут. Томас! If you think you send me one rose and blah 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 and oh my god, I will say of course kiss me, Thomas, never. If you will give me line, 5 million line, I don't care, I don't like you. Go away. I don't like when someone texting me about oh you have soft lips, blah blah blah. Go away, I don't like it. It's shit. It's not chat when you can text me something things like this. Like this. That's crazy. Дебилы, блядь. Все, сказала. Так. Что у меня есть на этом телефоне? Ой, у меня есть гениальное видео. Я его хотела выложить. Бля. Но я не знаю, выкладывать его или нет. О, закрыли. Пониже, Люси, пониже. Да, не понял. Как не достать? Я не хочу какать. Тут, где много людей. А, как это? Как или, блядь, это не так? Понятно. Нормально, опусти сфоткай меня. Да. Хорошее видео, мне оно очень нравится. Что такое, что? О, май гад. Бьюти. Так, все. Вот этот вот уходит. Меня он бесит. Так. Все. Сейчас буду всех глушить. Нинс, тебе не понравилось видео? Смешно же, нет? Вот так. Как так? Ты тоже меня бесишь. Я помню, что ты мне писала сегодня утром. Заблокирую, я захочу. Я сказала, я не хочу. Я не хожу в общественные туалеты. Я вообще не хожу в общественные туалеты. Я их боюсь. Но если только приспичит сильно, ну, писать максимум. Я не люблю общественные туалеты. Я их боюсь. Мне кажется, что там все пересидели, перетрогали все. Мне тошнит от этого. Да, я очень смарт, спасибо большое. Я очень умная. Я тоже не люблю. Угу. Блин, у меня все видео последние в купальнике. Не могу их показывать. Лучше в кусты, га? Да. Так, заходим. Видео. Общественные туалеты — это лучшее, что было в моей жизни. Так, это мы с Олей голые валяемся. У нас, блядь, вот мы две эти просто. Классно я Томаса замьютила.
Роман, за салам. А мы в кемпинг-тюре здесь, ага. А? Что за кемпинг? Муха. Салам. У меня все видео в купальнике, что за ужас? Я есть где-то одетая женщина или нет? Мамка, нет. Не могу найти одетую женщину. Нет. Так, давайте, я хочу с кем-нибудь еще посраться. Пишите мне комментарии. Так. Good morning, beautiful. How are you doing? I'm fine, thanks. And how are you? Beautiful. Денис, ты меня в сон клонишь. Ты меня в сон клонишь. Можешь что-нибудь повеселее мне написать? Ты у меня вообще тут никого, наверное. Кто-нибудь может мне написать что-нибудь, чтобы это меня проснуть? Попиздеть со мной. А какой-нибудь хоть... Где? Какой-нибудь мифический персонаж должен прийти и начать со мной ругаться. Я его не заблокирую. Нормальный. Так, блядь. Мухаммед, ты... Охуел? Какая я твоя милая? Я не твоя милая. Такое вообще не надо мне писать, милая моя. Нормально с головой? Не с кем ругаться по-нормальному. Какую-нибудь умную тему поругаться, я не знаю. Что-нибудь такое обсудить. Ой, все, какие все скучные. Я, короче, думаю переехать жить в другую страну. Забрать кокоса и переехать далеко, очень далеко, но не в Америку. Вообще, я хочу в холод, хочу жить в холоде. Может быть, ну, Норвегия недалеко, но я думаю, куда-нибудь туда. Исландия. Хочу. Исландия, Норвегия — безопасные страны. Хочу переехать туда жить.